Покупатель благопристойного вида устроил газовую атаку в супермаркете на улице маршала Говорова. Персонал сообщил в полицию, что рослый мужчина с рюкзаком требовал продать ему пенный напиток в запрещенное время. Отказали. Тогда он открыл бутылку и выпил все перед кассой. Оплатить не стал. Якобы избил сотрудников и распылил перцовый баллончик. На записях с камер видно, что работники магазина в долгу не остались. В мужчину швыряли корзины и разные товары. Полицейские поймали злодея и дело по статье хулиганства возбудили.